Компания Chery официально представила новый электрический кроссовер Ant, что переводится как «муравей». Эту новинку намерены продавать не только в Китае, но и за его пределами. В Китае она поставляется с пожизненной гарантией на автомобиль, с бесплатным базовым обслуживанием на всю жизнь автомобиля и с пожизненным трафиком интернета для транспортных средств. Это показывает, что Chery уверена в качестве продукции и силе новых технологий. Она в значительной степени решает проблемы потребителей и в наибольшей степени защищает интересы пользователей электромобилей. Кузов автомобиля сделан из алюминия. Это помогло ему заметно снизить вес. Кроме того, материал обладает высокой коррозийной стойкостью. Китайская программа оценки безопасности CNCAP оценила Chery Ant на 5 звезд. Это удалось достичь благодаря усиленной раме корпуса и 6 подушек безопасности сотовой структурой. Подвеска электрического кроссовера Chery Ant независимая. Передняя – стойки типа Макферсон, задняя – многорычажная конструкция. Муравей способен похвалиться оригинальным внешним видом кузова, созданным фирмой Pininfarina из Италии. Во внешнем облике спортивные черты удачно сочетаются с идеями футуризма, что как нельзя лучше подходит электромобилю. Машина получила полностью светодиодную оптику причудливой формы. Задние фонари соединяются друг с другом светодиодной полоской, что является сейчас актуальной тенденцией. Там, где у стандартных автомобилей установлена решетка радиатора, у Chery Ant есть заглушка с рисунком ряда ветряных электрических станций. Новинка выглядит объемной и рельефной. Внешнее авто напоминает муравья, что и выражено в его названии. Несмотря на наличие хромированных элементов, экстерьер не выглядит вычурным. Здесь хрома, в отличие от множества иных китайских моделей, немного. Он смотрится вполне органично. Длина Chery Ant составляет 4630 мм, ширина 1910 мм, высота 1655 мм, а колесная база 2830 мм. Дорожный просвет 210 мм. Такому клиренсу электромобиля могут позавидовать даже некоторые внедорожники. Машина с успехом может использоваться не только в городе и на трассе, но и на бездорожье. Правда, вряд ли такое авто кто-то захочет эксплуатировать подобным образом. Объем багажника вмещает 386 литров в обычном состоянии и 1250 литров при убранных задних сиденьях. Также есть небольшой передний багажник на 60 литров и 28 ниш для хранения мелочей во всем автомобиле. Впервые в истории марки ее название на крышке багажника, а также в салоне на рулевом колесе написано целиком, а не представлено в виде значка. Электромобиль получил оригинальные литые диски огромного размера R20. Chery Ant полностью электрический кроссовер. Он будет продаваться только с одним двигателем Yaskawa на 280 ньютон-метров и 130 кВт, что эквивалентно 180 лошадиным силам. Передача идет на задние колеса. В дальнейшем планируется появление полноприводных модификаций. Максимальная скорость 170 км в час. Chery Ant оснащен высокопроизводительной тройной литиевой батареей мощностью 70 кВт-часов. На одном подзаряде новинка способна преодолеть до 510 км по циклу NEDC. Что касается зарядки, Chery Ant может быть заряжен при быстрой зарядке на 100 км пути за 10 минут, от 30% до 80% заряда за 30 минут и полностью заряжена за 13 часов при медленной зарядке от бытовой розетки. Немаловажно, что кроссовер получил систему автопилота второго уровня, способную электронике авто брать управление на себя. Ускоряться, тормозить и рулить электромобиль может самостоятельно, только от водителя требуется контролировать езду и быть готовым вмешаться в любой момент, если техника не будет справляться с поставленной задачей. Поэтому руки с руля снимать не стоит. Функционирование беспилотной опции обеспечивают 20 умных датчиков, 12 ультразвуковых, 5 камер и 3 радара. В списке возможностей указывается адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, парктроник,
опция предупреждения о возможности бокового удара с распознаванием пешеходов, мониторинг за перемещением по полосе, отслеживание мертвых зон. Салон электрокроссовера выполнен дорогими и качественными материалами. Предлагается двухцветное оформление, приятное глазу. Чтобы попасть в автомобиль, водителю необходимо пройти систему распознавания лиц. Это, по мнению разработчиков, является неплохой защитой от угона. Также автомобиль оборудован передовой мультимедийной системой с экраном на 12 дюймов и виртуальной приборной панелью с таким же размером экрана. Роскошные сиденья имеют вентиляцию, электрический подогрев, возможность электрической регулировки в 10 позициях и запоминание настроек под каждого водителя. Также стоит выделить интеллектуальное управление мультимедийной системой при помощи голоса, наличие беспроводной зарядки для мобильного телефона, дистанционное управление электромобилем при помощи мобильного телефона и наличие двух розеток на 220 вольт, одна снаружи и одна внутри. Розетки дают больше возможностей для работы и развлечений в автомобиле, а также могут реализовать передачу энергии от Cherry Ant к разряженному электромобилю и от заряженного электромобиля к разряженному Cherry Ant. С точки зрения безопасности, независимо разработанная и спроектированная высокоэффективная конструкция теплопередачи с жидкостным охлаждением, плюс интеллектуальное управление энергопотреблением, плюс технология подавления теплового разгона обеспечивают точный контроль температуры, поддерживают более высокую производительность и предотвращают тепловой сбой, обеспечивая безопасность пользователей и транспортных средств. Оригинальная двойная закрытая рама автомобиля плюс рама аккумуляторной батареи укрепляет защиту аккумуляторной батареи до уровня пыли непроницаемости и водонепроницаемости IP68, что выше национального стандарта в Китае. В новом автомобиле также используется сегментированная смятая передняя направляющая, которая эффективно поглощает удары, возникающие при столкновении, и обеспечивает водителям и пассажирам максимальную защиту. Кроме того, у муравья также есть 6 подушек безопасности с сотовой структурой, интеллектуальные предварительно натянутые ремни безопасности для основного водителя, система контроля усталости, система стабилизации ESC, система панорамного изображения 360 градусов, помощь при спуске, помощь при крутом подъеме и так далее. Ценники на новинку в Китае с учетом субсидий начинаются от 150 тысяч юаней, а это 23 тысячи долларов по нынешнему курсу. На этом все. Не забудьте указать в комментариях, как вам Cherry Ant и про что нам сделать следующее видео. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что будущее за электромобилями. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.